Приветствую вас, друзья. На улице идет дождь. 2 часа ночи. Я смотрю свои реплеи по картошке. Записываю вам видосики. Ну а чё, как-то отмазку надо где-то находить? Почему я просыпаюсь в 11 часов дня? Итак, погнали. Всё-таки танк у нас замечательный. Conqueror, 9 уровень. Британский тяжелый танк. Раньше этот танчик, в принципе, мне более-менее был нормальный. Но, честно говоря, не особо я его любил. Все в нем было классно. Корпус немножечко дряхленький. Башня крепкая, пушка огонь. Но та же самая пушка, которая огонь, она не сильно-то и опускалась. 7 градусов при таком высоком силуэте, это не очень. Сейчас же Муразор там подкрутил здесь, открутил там, молоточком стукнул. Хобана, 10 градусов уэнов. Неожиданно, да? А историчности там все такое. А, и не слышали о таком. Хотя данные танки были построены. Я не думаю, что так вот изи. Было 7, стало 10. Ну, посмотрим. Идем дальше. Касаемо брони. Броня, в принципе, хорошая. Не такая жесткая, как у Супер Конкерера, но все-таки башня достойная. 250 во лбу. Если в щеки стрелять, глядя прямо в глаза этому танку, то там и 400 получается. Потыкал в этот танк в коллижен модели пробитием 250, натыкал уязвимые зоны, следующие. Ясень Пень НЛД. Под прямым углом ВЛД пробивается 50 на 50. Под углом уже не особо. Башня пробивается стабильно только в нижнюю каемку лючка. Не путайте с крышкой башни. Идет крышка башни, на ней каемка и сверху такая шишечка круглая. Вот под круглой фигней в каемочку пробивается. Верхнюю часть лючка рикошет. И нижняя крыша башни тоже рикошет. Поэтому попасть еще нужно. А для того, чтобы не попадали, нужно наискосок вдоль врага туда-сюда дергаться. И тогда ему будет сложно выцелить. Что касаемо рамбов, ну немножко можно доворачивать, но не переусердствуйте. Также еще пробивается 50 на 50 маска. Даже я бы сказал бы меньше, чем на 50. Процентов 40, что вы пробьете в маску с пробитием 250 ББшкой. Ну, я бы сказал бы, что лучше уже в лючок пострелять. Да и маска на самом деле небольшого размера. По сути, все, больше уязвимых зон нет. 100% уязвимые зоны, НЛД и лючок, в который сложно попасть. Что касаемо подвижности, подвижность не очень такая, но для тяжелого танка с хорошей башней, уэнами и замечательной пушкой вам хватит, чтобы доехать по флангу до нужного места, до позиции и просто всех сломать там. Также хватит скорости, чтобы вернуться по этому флангу назад, если на базе все плохо. В принципе, скорость не выдающаяся, но и не сказал бы, что отвратная. Нормально. Танчик катится. Чего еще надо? Самая большая изюминка этого танка – это башня и пушка. Крепчайшая башня, 10 градусов уэны, наистабилизированнейшая и точнейшая просто прелесть пушка с пробитием 254 или 56, неважно. Это просто шикарно. И пробитие голдой 326. Ну, поскольку я элитный голдострел, то пробитие голдой я, конечно же, запомнил, а ББшкой нет. Пушка просто супер бомба, и за счет этого я этот танк люблю. Пушка сравнимая Е50. На 9 левеле, пожалуй, осталось 2 супер мега танка, это Е50 и Conqueror. Ну, Conqueror не остался, а появился. Он точнее был, но был такой себе, сейчас стал отличный. Ну а все остальные, благодаря Муразору, что-то испоганилось. Не нравится мне. Все, подавай мне только имбовые танки, остальные мне не нравятся. Ну а чё я должен играть на какашках? Сейчас куда ни плюнь, везде имба. Вот такие вот дела. Стоит ли вам играть на этом танке?
Не знаю. Если по тактике вы плохи, то будете заезжать не в то место, и дряхлый корпус будет сыпаться. И вовремя надо заранее возвращаться на базу. У меня, в принципе, я сегодня на нем поиграл. Средний урон был 4000. Я поставил док паёк. Чтоб танчик не горел, забоны поставил пожаротушение. В принципе, играя на высокий результат, боны окупаются, потому что пожаротушение стоит всего лишь 2 бона за бой. Получая хорошие медали, в принципе, можно изи окупать это все. Ну или как минимум уходить в минимальный минус. Я не жалею ресурсы на свой танк. Если мне танк нравится, я все по максимуму в него вкину, чтобы играть тупо в удовольствие. Вот такое вот у меня удовольствие. Играть на девятке в 4К среднего урона. Для кого-то это много, для кого-то нет. А для меня это удовольствие. С вами был Варчик, играйте красиво, пока!